Несмотря на юный возраст, эти хоккеисты мастерски владеют коньками и могут дать фору даже взрослому. Показательные выступления сменяются праздничным фейерверком, и вместе с начинающими спортсменами на лед выходит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. И здорово, что здесь много детей, много взрослых. И, наверное, это главная наша задача. Потому что занятия здесь, катание, бесплатно. И это как раз к вопросу вот о массовом спорте. Пожалуйста, с удовольствием. Да, здесь, наверное, первые шаги будут делать будущие чемпионы. А просто для жителей Химика это очередное хорошее спортивное мероприятие. Под музыку и радостный детский смех в Химках открыли зимний сезон. На улице Панфилова 12 заработал зимний каток, уже второй в городском округе. Несмотря на плюсовую температуру, лед здесь всегда в идеальном состоянии. Его поддерживают специальным оборудованием. Этот каток имеет искусственное покрытие. Вот здесь работает морозильная установка, поэтому вы видите, что на улице снега нет, газоны видны, а здесь полноценный лед, и начинается наша работа оздоровительная с населением. Площадь катка больше 1500 квадратных метров. Для удобства отдыхающих здесь работают теплые раздевалки, кафе с горячими напитками. Ну а мы за любой праздник, за любые активные мероприятия, где можно приехать всей семьей, отдохнуть, развлечься, поэтому мы, конечно же, не пропустили, не остались в стороне и приехали на открытие всей семьей. Прокатиться по льду может любой желающий, причем абсолютно бесплатно. Коньки можно взять в аренду. А для тех, кто хочет научиться скользить по льду как профессионал, на катке организованы спортивные секции.